Тупо нет звуков. Ну да, это жестко, что поделать. Алоха тебе, Таравич, с тобой. Геннадий, сегодня я возвращаюсь в игру, которая называется Dark Souls Prepare to твой Анус и Дэш. Возвращаемся обратно играть. Не знаю, куда я себя поставлю, потому что у меня появился хромакий, поэтому я не знаю, куда я себя буду пихать в данное видео. Куда-нибудь да запихаю я себе в это видео. Душа гордого рыцаря, надеюсь, это не наша душа сейчас будет. Опа-на, опа-на. До свидания. Я не знаю, почему у меня нет звуков в игре. Каким Макаром? Каким дядя Макаром? Помираешь? Сосана. Не знаю, почему у меня нет звуков в игре. Это вот это место, сейчас падаем сюда. Это мув. Здоровики. Я не надо. Недавно нарвался в Ютабе на видосы, где чуваки на скорость между собой соревновались на турнире, проходили Dark Souls на скорость, да? На скорость. Они прошли где-то, по-моему, за часа 2-3. Геннадий играет уже 27 часов только на этом акиче. Я до сих пор бущу его какого-то чуваку, да? Чувак до сих пор ждет, как я забущу ему этот аккаунт и пройду эту игру. Наконец-то, Сосана, личина, до свидания. Банфайр! Вот так вот проходят эти миссии. На легкотнях. Твою мама. А может не на... У нас все есть. Для победы у нас все уже имеется. Справа приколы. Но пока не пойдем туда, потому что вот сюда надо сначала сходить. Мудрый демон огня. Посмотри, какой он мудрый. Аж горит у него все. Тихо, Сосана, мудрый демон. Блин, я огненным мечом бью по огненному монстру. Я талант. Ты же мудрый. Отстань. Отстань! Не делай так больше, не надо. Ой-ой-ой, папа, удар! Я увернулся прям под зад ему. Ну что это за бред? У некоторых, возможно, возник вопрос, как я с такой полоской ХП не могу его победить. Отвечаю на этот вопрос. Очень просто. Следующий вопрос. Отлетать, 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 отлетамба, отлетамба. First try. Игру можно пройти на 18 уровне, у меня сейчас 74 будет. Но, что хочу сказать, то что... Не важно, какой у тебя уровень, важно, какие у тебя кривые руки. Поэтому мне нужно еще больше уровня, мне нужно еще больше ХП. Потому что мне не хватает этой полоски, но объективно маленькая полоска ХП. Сейчас, конечно, тут должна залететь шутка про Евлееву. Не залетит эта шутка, потому что... Надоед сла, да? Тут, по-моему, ничего не должно быть, насколько я помню. А, должно, блин. Шит, это ж босс. Сейчас 1 FPS будет, твою мать. Это один FPS. Ой, краб. Я на другом аккаунте пытался его убить раз 50, потому что у меня был 1 FPS, и я убил его только один раз. Я был счастлив. И все, счастье длилось недолго, потому что я снова пришел к нему. Надо было не туда идти, я не думал, что он здесь находится, а. Можно как-то в квар... У него 5 рож, да ладно. Я думал, только 5 ног. А у него 2 ноги, ладно. Я плохо думал. Сколько FPS-ов? 11. Ну все, до свидания. Это смерть. Прикол в том, то, что тут мне нужно надеть кольцо от огня. Ты подойдешь сегодня, я тебя застрелю так. Мне плевать. Я вот так тебя застрелю. Скотина, Сосана. Забайтил. Забайтил, пацана. Изи байт. Ну все, он пришел. Сосана. 19 хп, да. Ура! Ну это, подошел, собственно, да? Нет, о нет, я сгорел, все, на работе. Так, подожди, а что у меня ж ни хрена нет, да? Ой, жопа, все. Алебарда, блин, не хватает. Блин, я знаю, как профессионалы играют с этой алебардой, то есть они берут ее в две руки и просто выносят с двух рук. Но ты на моем канале, подписывайся, кстати, на канал, поэтому нет. Зайдем, Маш. 10 минут прошло, я уже завалил одного босса. Это, по-моему, невероятный успех. Сколько видосов ты помнишь на моем канале, чтобы я за 10 минут завалил какого-нибудь первого босса? Да подойди ты сюда. Он же не выделяется. Да, он же не выделятный. Опа, на. Бенч. Тайминги. Опа, на. Сосана. 89. 92. Вот это дэмэдж. Ух ты, не надо бить ногой. Там же я. Вот помер дед Максим. Да все. Dark Souls остался с ним. Все. Заканчиваем эту игру. Все. Абсолютно. Все. Говно. Заказывай буст Dark Souls у меня. Так, сразу байтим его. Давай, иди сюда. Что? Бах, испугался. Демон 100 ног. Может, ты используешь 100 ног? А, ты еще меня и в лаву закинул. Спасибо. Вот это шансы. Мансы. Может, 100... Да, да, вот оно. До свидания, парни, я. Бам, ну это объективно получше идет, да? Нежели было. Фух, 1000 хп минус просто. Ну у кого полоска больше? До свидания. Он умер? Нет, я жив. Сейв, плиз. Сос, я умер.
Альянс! Как? Вот как? Вот как? Ну вот как? Букмекеры уже поставили ставку, то что 0-0-0-0-0-0-0-0-0-1. То есть это беспроигрышно, то есть я не мог проиграть, и я проиграл. Это КГ, это же... Я попил сейчас. Фору даю, фору даю, фору даю, ничего не знаю, даю фору. В тебя, да? И за... В тебя, да? Да хватит так бить, ты задолбаешь так бить. Я попаду сегодня. Да-да-да-да-да! Тысяча! Тысяча хп! Ба! 1700 хп! Ля, какой 2000 хп! Ля! А, 200... Что? Нет. До свидания. Оранжевое кольцо. Я ждал его. Что делать, пацаны? Я не помню. Да уберись отсюда! Эта косточка возвращения задолбала уже просто. Маршрут построен, ваш убер-драйвер выехал. До свидания, Гвин. Тут некуда идти, ну все, уходим. Сейчас косточку возвращения потрачу, ей-богу, все, достало. Трачу, 21, поехали. Куда только мне идти? Нет, подожди, я не туда хотел, сейчас. Как сказал Лев Николаевич Толстой. I am the one, don't need the gun to get respect upon the street. Что это переча? Теперь, в принципе, нахрен я сюда пришел? А, подожди, я ж не смогу ТП-шнуться обратно, потому что у меня лифт стоит сверху, а не снизу, поэтому все плохо. Не надо, не надо, ты меня не видишь. Я просто, парень, вот так в очко проеду тебе, и все, и до свидания, не надо. Я просто в очко один раз проеду и уйду, мне хватит. На скеле, на скеле, на скеле, на скеле, сейчас сердце становится. Я просто между ног, оп. Вот и между ног. Два босса за сегодня. Два босса, коронных, между прочим, самых сложных в игре. Если ты знаешь более сложных боссов в игре, пиши в комментариях. Я таких не знаю. Я жду, что ты напишешь мне в комментариях, то, что это демон сто ног и мудрый челик. Я не помню, как его зовут. Как я проходил-то это место? Я проходил его. Я порадовался, я победил этого босса. Я думаю, ну, ё-моё, заживём. Почему стольких поисков я так и не нашел его? Какой челить у костра? Холодно же всё. Вот что за хрень? Почему я не могу отключить... Недостаточно кадровой частоты для сетевой игры. Возвращение начальника. Да у меня интернет включен. Ну, короче, все, вот тут закончится летсплей. В принципе, мне осталось последнее ложе хаоса. Я его завалю в Солянова, может, даже на другом аккаунте. Завалю его. Просто, я не знаю, буду записывать, но, скорее всего, не буду записывать, потому что зачем кадровой частоты не хватает? Это жизнь задерзула, да? И потом просто в конце покажу, как я завалю Гвина, какой классный, и все. И на этом Dark Souls наконец-таки закончится, спустя миллиард лет прохождения данной игры. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк на это видео, подписывайся на мой канал. Люди, которые спонсируют мой канал, спасибо им за это огромное. Если хочешь задонатить, ссылка на донат в описании, я все донаты читаю. Лично видео в спидранах, поэтому, если что, донать прочитаю. Спасибо тебе огромное за просмотр, удачи и пока.